Красота в Питере! Вова, ты забыл! Точно, вспомнил! Погнали! Всем привет! С вами Вова Калиниченко и его друзья. И сегодня нам достались офигенные наушники Beats Solo HD. Давайте распакуем их и посмотрим, что внутри. Мы купили черные Solo HD. Что нарисовано на коробке? На коробке нарисованы сами наушники Beats Solo HD, QR-код. Здесь у нас какие эти наушники классные на разных языках. Подпись доктора Dre. И сами наушники, опять же. Здесь у нас какие эти наушники тоже офигенные, где их можно использовать. Опять же, на разных языках. Здесь у нас нарисовано, с чем идут эти наушники. Здесь есть коробочка для них, такой кейс. И провод, с помощью которого мы подключаем наушники к нашему телефону. Здесь у нас нарисовано, как мы можем использовать токен-контрол на разных устройствах. Тут iPod, iPhone и iPad. Это вот и HTC, BlackBerry и Android. Опять же, тут всякий текст разный, непонятный. Здесь у нас нарисовано Made for iPod, iPhone and iPad. Итак, на этом все. Сейчас посмотрим, что внутри. Итак, настал момент истины. Снимаем вот эту картонку, никому не нужную. Здесь у нас Beats, вот этот лого, которое такое вот прям офигенное. Сбоку у нас открывается карабонка, это крышка. И что мы видим? Здесь у нас кейс с наушниками. А здесь всякая макулатура, как я ее называю. Так, тряпочка для протирания этих наушников. Всякая макулатура и наклейка. И сам провод. Так, давайте распечатаем наушники. Так, коробку мы уберем, больше тут ничего полезного нет. Она нам не нужна. И давайте откроем наши наушники. Ой-ой-ой-ой. Вещь. Снимаем эту целлофановую упаковочку и раскладываем их. Красота. Здесь у нас динамики внутри. Все гнется, ничего не скрипит здесь. Все как и должно раскладывается. Достаточно легкие. Здесь у нас написано Beats by Dr. Dre. Так, давайте откроем этот проводок и вставим его. Здесь у нас расположен токен-контрол, шнур. Здесь написана правая часть, здесь левая. Все как надо. Итак, давайте опробуем наши наушники. Включим музыку на iPhone. Так, вставляем. Включаем. Ох-ох-ох, как орут. Жаль, что нельзя передать, как они работают. Ребят, это просто что-то. Всем советую купить эти наушники. Магазин, в котором я покупал, я оставлю ссылочку на него. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.